привет! Сегодня 9 февраля, и с вами Камила Хакимуллина. Вот и долгожданная пятница, а начнем мы рубрику с двух интересных событий, которые никого не оставят равнодушными. Смотрим. Зима и в крупных хлопьях. Евгений Дятлов в Казани. По мнению Дятлова, самая честная музыка та, которая проверена временем. Его репертуар подобран с большим вкусом. Знаменитые старые песни звучат искренне, проникновенно и темпераментно. Не пропустите. Советую вам посетить эти события, ведь они, я уверена, вам точно понравятся. Но на этом еще не все. Далее ваши планы на вечер станут только интереснее. Смотрим. Соловушка с шелковым пояском. Действие пьесы происходит на берегу живописного озера. Здесь находится интернат для престарелых ветеранов. Судьба привела их в это место разными путями, но всех их объединяет одиночество. Кто-то потерял семью в годы войны, а кто-то стал ненужным детям. Это трогательная и пронзительная история о закате жизни никого не оставит равнодушным. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего, но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Хороших выходных!